Здравствуйте, мои дорогие, с вами Светлана Амельянс, автор сайта «Изба вязальная», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. Сегодня я хочу с вами поговорить на тему стремления к большим, крупным изделиям. Меня постоянно беспокоит вопрос, почему те, кто хотят научиться вязать, ставят сразу же цель начать вязать большие, крупные изделия. Это глубочайшее заблуждение, которое преследует людей во всех областях, связано с тем, что кажется, что есть какая-то волшебная таблетка или волшебный укол, или слово какое-то, которое позволит вам сразу без мозолей, без бессонных ночей вдруг вот так вот раз и начать создавать шедевры. И если мы знаем, что художники там учатся 5 лет, врачи и того больше, 10 лет с аспирантуры, то почему-то в вязании считается, что можно взять и начать вязать сразу. И это глубочайшее заблуждение приводит к тому, что многие машины продаются, отдаются, выбрасываются. Поэтому в нашей программе мы стараемся не давать крупных изделий сразу. И многие считают это ошибочным. Почему мы их не учим вязать, а занимаем их какими-то несерьезными вещами? Вот в данном случае я предложила связать сырную мышь. Это такая небольшая игрушка, сыр, из которого вылезает мышка. И специально для того, чтобы проверить тех, кто наши подписчики, что они думают на эту тему, я взяла и сделала опрос. И опрос показал вот такой вот подход к вязанию. Почти 100 человек проголосовало, и половина из них считает, что связать нам сырную мышь не надо. То есть, если мы вам будем ее показывать, то вы будете очень недовольны. Или вместо этого стоит связать что-то другое. Но ни один из человек, который проголосовал против, не предложил никакого другого варианта, что же связать вместо этого. А ведь мы знаем, что вот такие маленькие простые изделия, которые мы вяжем из прямоугольников, они повышают настроение, они создают посыл для того, чтобы начать учиться. И очень многие те, кто были на наших посиделках, они знают, что после того, как у них получился квадратик, который не выглядит как квадратик, он окружающим воспринимается как полноценное изделие, после этого возникает вера в себя и желание учиться. Но все равно большинство хочет волшебную пилюльку. Но, к сожалению, мы знаем, что этого не получится, и никто за нас этот путь не пройдет. Поэтому мы приглашаем на посиделки, которые проходят по вторникам, для того, чтобы вы вместе с нами начали вязать интересные позитивные вещи и перестали мечтать о том, что через 2 дня после покупки вязальной машины у вас начнут получаться шедевры, которые будут равны по опыту мировым кутюрье. Наши посиделки – это площадка, где мы можем веселиться и получать интересные, необычные, нестандартные вещи. В прошлом году мы навязали вот такое огромное количество изделий, и все они были созданы из квадратов. Каждая из этих изделий получила массу-массу отчетов, которые присылают наши ученицы, присутствующие на наших мастер-классах. И все они получают не только само изделие, но и огромную радость из-за того, что их работу оценили их близкие. И это удивительно, когда вдруг из прямоугольника получаются вот такие вот вещи, которые радуют окружающих, потому что они им впору, и они совершенно не выглядят теми прямоугольниками, из которых мы их вязали. И поэтому я приглашаю вас на наши посиделки, которые проходят по вторникам, и вы можете присоединиться и вместе с нами вязать и создавать свои необычные оригинальные вещи. Приходите на наш сайт «Квадрат Некрасовой», подписывайтесь в форму подписки, и вы будете получать приглашение на наши посиделки, которые проходят по вторникам. И я надеюсь, что желание связать с первого раза свитер с оленями, оно у вас уйдет, и появится другое желание – получать от своего вязания огромное удовольствие и приносить радость своим близким. Это то, чем мы занимаемся на наших уроках, это то, чему мы учим своих учеников. С вами была Светлана Амельян. Подписывайтесь на наш канал, приходите на наши посиделки, присылайте свои работы, и мы будем вместе радоваться тому, что мы с вами достигли.